Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, вы на моем канале «Сладкий персик», и сегодня мы с вами будем готовить очень вкусные сэндвичи, которые можно взять с собой или на дачу, или на природу, или в дорогу. Такие сэндвичи можно готовить с абсолютно разной начинкой, и я сегодня покажу один из вариантов. Нам понадобится брешь или тостовый хлеб, сыр моцарелла, какой-нибудь сливочный сыр или можно взять любой соус, который вам нравится, свежая помидорка. У меня здесь ветчина, вы можете использовать, например, любую колбасу и свежая зелень салата. Так как хлеб у нас уже нарезанный, нам нужно нарезать на тонкие кружочки моцареллу. У меня, кстати, моцарелла специальная для бутербродов. Есть моцарелла для пиццы, для бутербродов она одинаковая. А есть такая мягкая, ее лучше использовать в салаты. Свежую помидорку и ветчину. Мы с вами нарезали все ингредиенты, и теперь можно собирать наши сэндвичи. Для этого мы берем хлеб, смазываем его сначала любым соусом, который вам нравится. Можно, например, использовать соус цезарь или сырный. У меня вот такой вот обычный творожный сыр мусс. И затем сверху кладем начинку. У меня здесь уже остатки сыра. Конечно, если бы сыра было бы больше, я бы его намазала прям щедро, потому что я очень люблю сливочный сыр. Я могу есть просто бутерброд со сливочным сыром, а больше ничего сверху даже не класть. Теперь мы накрываем наших сэндвичи вторым кусочком хлеба, вот так вот, и отправляемся к плите. Нам нужно их теперь обжарить, чтобы сыр немножко подплавился, ну, они так будут вкуснее. В принципе, их можно есть уже и без жарки, это тоже прям хороший такой вариант. Здесь, в общем, на любителя, но мне все-таки кажется, что хрустящие сэндвичи, они намного вкуснее. И жарить, кстати, я буду на сковородке гриль. Мы с вами хорошо разогрели сковородку и теперь выкладываем наши сэндвичи. Сковородку я ничем не смазываю, она у меня с антипригарным покрытием. Смотрите, если у вас есть гриль специальный или вафельница с насадкой для гриля, можете готовить в ней, мне кажется, так будет даже проще. Один сэндвич мы пожарили на сковородке, он получился вот такой, а второй мы решили все-таки сделать в гриле, потому что у нас есть гриль, мы им очень редко пользуемся. И чем лучше жарить в гриле, тем, что он прижмет сэндвич, и он не будет разваливаться. Мы просто кладем и закрываем. Ну что, друзья, приятного аппетита! Это очень вкусно. Готовьте! Пишите отзывы, подписывайтесь на канал. Ну, всем пока!